Я приветствую всех на своем канале. Меня зовут Елена. Мой канал по вязанию. Сегодня я продолжаю вязать кофточку. Вяжу такой красивый топик на лето. Красивым узором. Смотрите, какой красивый узор. Необычный. Вяжется такой узор очень легко. Вы можете посмотреть, как вязать этот топик, зайдя на плейлист. Я его оставлю в комментариях и в описании к этому видео. И посмотрите, как я вязала, начинала вязать этот топик, эту кофточку. Вяжу из вот таких ниточек. Это ниточки называются лили, 100% хлопок, моточки 50 грамм, 225 метров. Я вывязала 4 моточка и остался 5. Буду обвязывать низ кофточки. Также я обвяжу рукава. И горловину. Сегодня я вам покажу, как я сшиваю переднюю часть кофточки и спинку. Подписывайтесь на мой канал, вяжите такую же кофточку, смотрите мастер-класс по вязанию такой кофточки. Сейчас я покажу, как вязать, связывать детали этой кофточки, этого топика. Вяжу на размер 48. Также подойдет на размер 46. Смотрите подробный мастер-класс, как я вывязывала горловину. Вырезы под руками. Вязать такую кофточку очень легко. Смотрите, я соединила детальки и так вот столбиками вяжу до конца ряда. Смотрю, чтобы узор совпадал. Так, вяжу так. Свободненько. Петли не затягиваю. Обязательно ставьте лайк этому видео для развития канала. Пишите комментарии, я буду рада. Так, я вяжу до конца ряда. Такой получается рубчик с изнанки, аккуратненький, и так вяжу. Я довязываю до конца ряда. Провязала еще один столбик. Так, отрезаю ниточку. Так, смотрите. Так вот аккуратненько получается с лицевой стороны. И так же само буду связывать детальки с этой стороны. Так вот, аккуратненько разложу все. Узорчик совпадает. Такой топик свяжет начинающая рукодельница. Смотрите, как красивенько смотрится. Топик.
После того, как я сошью, свяжу эти плечевые швы, я буду вязать в следующем видео кайму. Буду обвязывать низ кофточки. Обязательно ставьте лайк моей кофточке. Вяжите такой же топик, как у меня. Так, продолжаю связывать переднюю часть кофточки и спинку. Так вот, аккуратненько вяжу. И останется обвязать кофточку красивым узором, рукава и горловину. И вот я довязываю до конца ряда, и топик почти готов. Я уже меряла. Хорошо сидит на мне. Когда я свяжу всю кофточку, то я покажу потом, как она на мне смотрится. Так, и довязываю последний столбик. Потом ниточки все попрячу. Я выворачиваю. Смотрите. Вот так вот получается совсем незаметно. Узорчики совпадают с этой стороны и с этой. Красота. Я расправила кофточку. Смотрите, я ее померяю. Получается на 47 сантиметров в ширину и от плеча вниз также так 47. На сегодня все. В следующем видео я покажу, как я буду вязать низ кофточки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!